2458 плейлистов создано на моем канале на вечер 24 октября 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что посчитать самостоятельно такое количество плейлистов практически невозможно. Но дело в том, что это и не нужно делать, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов. Ну, это вот этот самый агрегатор есть, да? Тем самым он сберегает время, избавляет от ненужных хлопот. И самое главное, сохраняет нервы, да, за что и огромное спасибо от меня, потому что я часто использую данные, информацию с этого агрегатора. Это хорошо.